Так, всем привет! Сегодня хочу показать, как мы будем пересаживать мураю в горшки ZipGrow. Это с застежкой, чтобы не повреждать корни при пересадке. Сейчас покажу, сколько у нас корней. Землю я уже приготовил здесь. Там перлит. Немного добавил доломитовой муки, торф. Сейчас буду показывать. Так, вот это наша мурая. Вот столько вот корней. И вот так вот мы его будем вот, в принципе, взяли и застегнули. Сейчас чуть-чуть подсыпем землю. Горшок, ну, ведро было 25 сантиметров. А этот 30 сантиметров в диаметре. И вот так вот по бокам. Потом, когда будет проливаться, она еще просядет. Преимущество таких горшков — это практически не происходит загнивания корней. По одной простой причине: весь горшок дышит, что сверху, что снизу. И часто в межсезонье, это в зимние периоды, происходит залив растений, лимонов, бананов и на цитрусовых микориза. Она в основном погибает. А в этом случае с такими горшками корневая равномерно просыхает. Тут есть ручки для транспортировки или переноса. Все, в принципе. Потом прольем. Мешок просто становится влажный, а вся влага стекает снизу. В принципе, можно летом или на землю ставить, или на пару досточек сделать. Поставил, чтобы еще и корни дышали. Кому интересно, можете заказывать. У меня такие горшки. Любой размер, этот горшок на 28 литров. Еще есть, ну, в принципе, любые. У меня еще остался на 68 литров. И потом в будущем буду показывать, как я буду пересаживать бананы
там что-то трехсекционный свыше 100 литров. Все, всем пока.